Путин является человеком, который, несомненно, всегда врет, и, безусловно, нет смысла опираться на его слова, и, более того, нет смысла всерьез рассматривать версию, что Крымский мост нужен для того, чтобы туристов завозить в Крым. Туристы в Крым — это живой щит, который необходим России, и вы видите, что делает государство российское. Это уникальное государство, которое своим гражданам говорит: смотрите, вот там идут активные боевые действия, вот там идут постоянная стрельба, вот вы, пожалуйста, едьте, потому что дорога частично разрушена, вы в объезд едьте через места ведения интенсивных боевых действий, через горячие, собственно, очаговые бои. Вы, пожалуйста, там проезжайте, потом приезжайте в Крым, где тоже постоянно идут те или иные взрывы, подрывы и так далее. То есть мы вас будем использовать как живой щит для того, чтобы хотя бы каким-то образом защитить эту территорию. А во-вторых, мы будем всегда орать, что это теракт против гражданского населения. То есть мы начали войну, но будем орать, что теракты осуществляют против нас.